Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Сегодня у нас тигр мейл. 4 письма вот таких вот. И сейчас, даже не знаю, наверное, с этого начну. Вот, это у нас из Сыктывкара, Республика Коми. И это письмо у нас прошло 10 марта. Я уже его открыла, уже почитала, так же, как и почитала вот это от моей подруги Лены. И вот эти письма принесли сегодня. Эти письма принесли, кажется, ну, несколько дней назад, но не в то число, когда они пришли. Да, это у нас вообще 4 марта было отправлено и получено 12 марта. Сегодня у нас 17 марта, мне их принесли где-то 15 числа, да, вот эти два письма. Вот. И здесь тоже 13 марта было получено. Мне их приносили вместе с посылками. Итак, ладно. Здесь у нас просто я в шоке была, если честно. Потому что я не ожидала получить столько всего. И именно такое. Посмотрите, сколько здесь марок. Я просто говорю, я в шоке. Такие марки я еще не видела. Сейчас, кажется. Да, это все марки. Само письмо очень яркое, очень интересное, насыщенное и огромное. Вот, и сейчас покажу то, что здесь было. Очень, очень много мелочевки вот этой вот. Мне даже жалко их использовать. Вот письмо. Такое яркое, классное, радужное. Вот, огромное. И вместе с письмом шла открытка, точнее фотография Сыктывкара. Вот, здесь подписано, что это вид самой высокой точки Сыктывкара, 13 этажного здания. Затем вторая фотография вот такая вот, тоже Сыктывкар. Это у нас центральная улица Коммунистическая. Далее идет вот такая фотография. Это у нас современный центр города, Стелла Монумент трудовой славы, в простонародье Три пера называется. Надеюсь, я правильно все сказала. Вот, прикольно так. Теперь у нас идет вот такой вот рисунок котика. Вот, прикольно. Спасибо. Кажется, да, здесь не подписано. Далее идут вот такие марки. Посмотрите, какие красивые. Это, кажется, вьетнамские марки. Потрясающие просто. Можно разглядывать очень долго их. Затем у нас идет вот такая марка. Сочи. На 20 рублей. Сочи железнодорожный вокзал. Затем идет вот эта прекрасная марка, которую я очень сильно хотела. 175 лет первой почтовой марки. Очень красивая. Потом идет вот такие марки с едой. Это у нас... Нет, здесь у нас ничего не подписано. Тоже красивая. Потом вот такая прекрасная марка. Тоже вьетнамская. 91-й, 30 августа 91 года. Очень красивая бабочка. И последняя марка, тоже Сочи. Сейчас. Вот так вот. Здесь у нас Ореховский водопад, тоже Сочи. Так что вот такое вот письмо. Спасибо большое тебе за вообще за все вот эти вложения. Очень классные. Эти марки просто шикарные. Не знаю, я такие вообще никогда не видела, кроме, конечно, вот этой. Вот эту я видела, очень сильно хотела ее. Спасибо, что ты ее положила. Вот. И так что жди от меня ответ. Далее у нас идет письмо от Леночки из Москвы. Вот, мы уже много лет переписываемся. Я просто ее обожаю, я уже рассказывала.
Я не знаю, где что-то было или нет, но вот пришло вот так, оторвано и немножко вскрыто. Да, не знаю, что здесь было. Здесь, видимо, был адрес ее обратный. Да, скорее всего, мы его оторвали. Вот, конверт самодельный. Она делает сама конверты, так же, как и я. Вот, и ее письма — это всегда какое-то произведение искусства. Вот так вот выглядит конверт изнутри. Сейчас я остатки вытащу. Так. Оп-оп-оп. Все самое интересное. Кажется, всего. Я обожаю эти конверты. Не знаю, они мне так дико нравятся. Вот. Они вообще прикольные. Хочется иногда их даже разрезать, разобрать, чтобы эту бумагу где-нибудь использовать. Вот, но жалко. Итак, был вот такой вот прикольный рисунок, где она говорит, что у нее какой-то бесконечный запас этих конвертов, и она надеется, что они мне не надоели. Нет, они мне не надоели, потому что они очень интересные. Затем здесь идут наклейки. Сейчас чуть-чуть позже покажу. Во-первых, идет письмо, которое невероятно приятное. И такая бумага здесь интересная, такая вообще винтажная. Хочется держать и пересчитывать ее. Видя вот эти вот следы красок, карандашей. Так это все приятно. Украшено вот так вот. Да, так что такими милыми рисунками. Вот. Да. И идет открытка ее. Такая вот классная. Очень-очень классная бумага вообще. Так нравится. Очень люблю, как ты рисуешь. Такой стиль мне вообще очень близок. Так что вот так вот можете пройти по этому имени, найти и купить открыточки. Да. Далее идет рисунок. Вот такой вот. Очень тоже милый. Чайничек или лейчка с цветочками. Люблю такие рисунки. Сама тоже у себя в дневниках рисую их. Бумага очень интересная, такая серая, приятная. Вот, и здесь маленькая записка. Ну, конечно же, идут наклейки. Вы просто не поверите. Я когда увидела, у меня глаза на лоб полезли, и я была в шоке. Во-первых, Овче. Кажется, я правильно произношу твой ник. Подписана на тебя в Инстаграм. Обожаю твои наклейки, рисунки, вообще все, что ты делаешь. Так же, как Лена. Знаю, что вы дружите. Вот. И не уверена, что ты меня смотришь, но все равно. Вот. Так что Лена сделала мне такой подарок. И прислала наклейки. Вообще обалденные. И, конечно же, просто шок. Это Минава. Мой, наверное, один из самых любимых иллюстраторов, художников. Да. И спасибо Никси Пиксель, которая просто познакомила меня с ее творчеством. Вот. И я дико рада, что у меня есть наклейка от Минавы. Далее идет уже ответ на мое письмо от Бабкиной Елизаветы. Да, прикольный такой скотч. Видела его на Алиэкспресс. Тоже хотела себе заказать. Мне кажется, он такой летний. Прям вот тропический. Сейчас посмотрим, что здесь. Мне кажется, здесь просто письмо. Я была не права. Здесь есть сюрприз. Итак, здесь, ух ты, здесь много всего приятного. Так вот, наклеечки классные. Прикольно, вот эти наклеечки я, кстати, себе тоже отложила в корзину. Очень сильно хочу такой набор, они такие классные. Вот, теперь хоть живую их увидела. Спасибо большое. Очень-очень люблю такие вот иллюстрации, веночки. Очень классно в них надписи делать. Такой вот чай. Черный с ароматом бергамота. Ахмати. Да, я такой не пила. Кстати, серенький. Прикольно в коллекцию мою. Вот такой скотч. Я просто обожаю кружевной скотч. Белый. Вообще классно. Спасибо большое. Затем тут еще вот такие наклеечки.
рамочки. Такая вот с розами. Да. И вот такая вот. Кажется, это маки с маками. Вот всем идет желтый вот такой с ананасиками. У меня такой есть, кстати. Тоже очень прикольный, спасибо. И сам ответ на мое письмо. Да, вот так вот мило украшенный. Так вот. Спасибо большое. Так, последнее письмо у нас из Челябинска от Шестаковой Анастасии. Очень-очень красивый конверт. Просто потрясающий здесь рисунок. Немножко отклеилась не наклейка, но надпись. Вот. Классно сделано. Как я понимаю, это гуашью, потому что сама тоже вот так вот делаю. И часто фон у себя в блокнотах. Да. Очень красивая задумка. Спасибо большое. Так, да, здесь просто было. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Так, что это у нас такое? Что это, что это? Частичка ее комнаты. Сейчас посмотрим. Ух ты, я обожаю такие палочки. Такого аромата у меня еще не было, кстати. У меня в основном лесной аромат. И, кажется, лимонный. Да, вот. Спасибо большое. Для меня это просто... Вообще, я фанат ароматизированных палочек всяких. И свечек, и всего-всего, что касается ароматерапии. Вот. Так что для меня это, не знаю, один из лучших подарков. Далее у нас идет открытка. Кажется, ух ты, советская открытка. Да. 83-й год. Василий Рождественский. И здесь потрясающее изображение. Вот это да. Вот это раритет. Большое-большое спасибо. Очень ценю это. Очень. Вообще. Такая она обалденная. Азиатский чай. 1926 год. Государственный русский музей. Ленинград. Обалдеть. 5 копеек когда-то стоила. Сейчас тогда она бы стоила 50 рублей где-то. Итак. А это у нас что? Что-то тяжеленькое. Тяжеленькое что-то. Как это открывается? Ага, вот так вот. Прикольно так. Материалом проклеено. Такой пакетик интересный. Что у нас здесь? У нас здесь какие-то листочки. Так оригинально все интересно. Во-первых, у нас здесь... Ух ты! Это у нас наклейка самодельная. И наложка. Очень классный. Затем у нас идет... Ух ты! Маленькие такие наклеечки. Пандочка, обезьянка, пчелка, сердечко, цветочек. Вот затем у нас что-то еще идет здесь. Вау! Сейчас посмотрю, кажется, это все. Да, это у нас все. Стикеры, вау. Киса есть. Моя любимая киса из мультика «Коты аристократы». Забыла, как зовут ее там. Не могу вспомнить уже который раз. Посмотрите, какие стикеры потрясающие. Страна Оз. Вообще обалдеть. Как маленькие картины. Даже жалко их использовать. Они вот на таких вот листиках. И здесь тоже так. Красота. Вот это красота. Так, и кажется, у нас осталось только письмо само. Вот, вроде бы все. Да, ничего не приклеилось. Вот само письмо. Рада, что оно большое. Вот, большое письмо. Очень-очень этому я рада. Так, это одна из моих зрительниц. Так что ты меня сейчас смотришь. Вот. И я почитаю тогда письмо за кадром. Вот, сейчас посмотрим, когда ты его написала.
до 3 февраля, ого, уже месяц прошел, можно сказать. Вот, а письмо только пришло. Вот, так что жди от меня ответ обязательно. И как видишь, ты меня удивила. Просто очень-очень удивила. Такой пакетик, не знаю. Так необычно это все. Прикольно. Я тоже тебе что-нибудь такое интересное сделаю. Вот. Ты меня удивила. Я тоже хочу тебя удивить. Вот, надеюсь, тебе понравилось. Спасибо тебе большое за вот эти наклейки. Очень классные стикеры. Так вообще первый раз вижу такие, как маленькие картины. Вот. И так что буду на этом заканчивать. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.